Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Мама грубо ругала маленькую дочку на глазах у чужих людей. Слова незнакомца девочка запомнила на всю жизнь. Эд Соломон, американский писатель, продюсер и режиссер, в своем аккаунте в Твиттере поделился историей о маленькой девочке, которую поддержал совершенно незнакомый ей мужчина, ставший свидетелем их ссоры с мамой. Эта история получила широкую огласку. Многие люди видели в ней себя и жалели, что когда-то рядом не оказался тот самый любезный незнакомец. Пару дней назад одна моя знакомая поведала мне, что мать часто сильно ругала ее, когда она была малышкой, пишет мужчина. Однажды это произошло в лифте на глазах у совершенно посторонних людей. Чаще всего в таких ситуациях посторонние стараются не вмешиваться и не прерывать воспитательный процесс, однако в тот день незнакомец все же решил помочь девочке. Когда дверь лифта открылась, мать моей знакомой сразу же вылетела из него и стремительным шагом направилась туда, куда ей надо было, не ожидая свою дочь. Тогда незнакомец наклонился к задержавшейся девочке и сказал ей «Привет». 11-летняя девочка обернулась, и он доверительно продолжил «Дело в ней, а не в тебе», вспоминает рассказ знакомой Соломон. И пусть незнакомый мужчина сказал всего несколько слов, это оказало огромное влияние на тогда 11-летнюю девчушку. Тогда она поверила всем тем грубым словам, которыми ее ругала мать, а слова незнакомца помогли ей не пасть духом. Соломон также написал, что его 53-летняя знакомая поделилась, что в моменты, когда ей бывает тяжело, она часто слышит голос матери, который говорит ей: «Ты не сможешь этого сделать, даже не пытайся, это слишком сложно для тебя». Но в тот момент она вспоминает лицо того доброго незнакомца, и ей сразу становится намного легче. «Иногда это единственное, что помогает ей идти дальше и не опускать руки», – написал Эд. Позже писатель пояснил, что он хотел донести до своей аудитории. «Если вы можете сказать что-то приятное незнакомому вам человеку, сделайте это. Ты никогда не знаешь, что происходит в жизни человека. Быть может, именно твои слова потом всю жизнь будут согревать его и станут главной мотивацией и поддержкой». Этот твит писателя стал по-настоящему вирусным, разлетевшись по всему интернету. Многие люди написали под ним, что когда-то тоже были в такой ситуации и что слова незнакомцев действительно помогали им. Вот твит одного из подписчиков писателя. «Мои родные в детстве били и оскорбляли меня. Когда мне было 9, моя учительница мне сказала: „Однажды ты напишешь потрясающие истории о том, что происходило с тобой, и люди увидят ту девочку, которую ты сейчас так глубоко закопала. Вот увидишь, это произойдет, и ты будешь гордиться собой. Я никогда не забуду мисс Миллер“». А что по этому поводу можете сказать вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.